Освещение, изменения. Для каждого из нас нам очень важно меняться. Потому что таким образом вся наша жизнь, она в том числе будет преображаться. Один человек сказал, что самое сложное изменение – это изменение самого себя. Иисус, он говорит в Евангелии от Иоанна 17:17, «Освети их истиною своею». И дальше он продолжает, «Слово твое есть истина». Слово Божье, оно меняет людей. Я могу видеть, когда люди позволяют Слову Божьему говорить в их жизнь, когда они размышляют, когда они молятся над Словом. Я могу видеть, они становятся другими людьми. Становитесь другими людьми, и жизнь вокруг вас будет лучше. И вы будете благословением для тех людей, которые окружают вас. Благословений вам, дорогие. Аминь.